из Испании с победой. Танцоры студии «Шарм плюс Па» вернулись с международного фестиваля «Фестивал Интернешнл де Музика и Данса», который прошел в испанском городе Лорет-де-Мар. Новоуренгойские танцоры привезли самую высокую награду фестиваля – Гран-при. Подробности в сюжете. Музыка и движение сплелись воедино, все внимание приковано к танцорам. Безошибочно отработать элементы здесь не главное, важно передать чувства и эмоции. В стране огненного фламенго и кориды танец «Свет ночи» в исполнении Александра Маньшина и Дианы Гельмановой получил специальный приз фестиваля и заслуженное признание от международного жюри. Они были поражены их актерским мастерством, их чувством, с которым вот они исполняли эти свои танцы, потому что один новый танец, который мы повезли, он не похож на остальные бальные танцы. Мы пытались его соединить с современной хореографией, и очень важно было, как дети передадут эмоционально. Потому что Диана играет там на какой-то промежуток времени слепую девочку. И на самом деле было очень сложно сделать так, чтобы это поняли. Подготовка к конкурсу проходила в максимально сжатые сроки. Несмотря на сложные элементы и поддержки победного танца, на репетиции Диана и Александр затратили чуть больше 2 месяцев. Как признаются юные танцоры, это очень мало. Зато вкус победы от этого стал только слаще. В первую очередь, естественно, радость, что победили и не где-то, а именно в Испании, за границей, там, где не каждый день, так сказать, бываешь. И международный конкурс, на котором несколько стран волновались, и чувства, естественно, были радостные. Естественно, был шок, удивление. Хотелось бы еще раз съездить в Испанию на этот конкурс, потому что очень понравилось. И очень много воспоминаний осталось, которые до сих пор не уходят. В международном фестивале приняли участие творческие коллективы из Испании, Франции, Португалии, Казахстана, Египта и России. В испанский город Лорет-де-Мар студия танца «Шарм плюс Па» привезли несколько танцевальных номеров. Все они получили высокую оценку. В Новоуренгой танцоры приехали с главной наградой фестиваля – Гран-при. Наталья Худяева, Анна Долгушина, Феликс Расихин, служба новостей «Импульс».